Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим маленькие французские булочки. Для их приготовления нам понадобится 150 грамм пшеничной муки, 8 грамм сахара, 2 грамма соли, 60 грамм молока, 40 грамм воды, 2 грамма дрожжей, 12 грамм сливочного масла для теста, 16 грамм сливочного масла для топпинга. Воду смешиваем с молоком и немного подогреваем. Добавляем дрожжи и полностью их растворяем. Просеянную муку смешиваем с сахаром и солью. К сухим ингредиентам добавляем растворенные дрожжи и тщательно перемешиваем. Затем добавляем сливочное масло и замешиваем тесто. Когда тесто перестает прилипать к рукам, скатываем из него шар, накрываем его пленкой и оставляем в теплом помещении на час-полтора. Тесто должно увеличиться в объеме примерно в 2 раза. Затем тесто раскатываем и разделяем на 8 частей. Скатываем 8 шариков, накрываем их пленкой и оставляем на 30 минут. Потом тесто обминаем и снова раскатываем шарики. Выкладываем на противень на определенном расстоянии друг от друга. Снова накрываем пленкой и оставляем на 30 минут. Перед выпеканием посыпаем булочки мукой, делаем продольные надрезы ножом и вкладываем в них кусочки сливочного масла, примерно по 2 грамма каждый. Выпекаем при температуре 230 градусов 13-15 минут. Булочки получаются очень красивые, воздушные, с тонкой хрустящей корочкой. Эти булочки превосходно подойдут к утреннему чаю или кофе. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале «Лимонный щербет».